Приветствую вас, и у вашей проблемы есть несколько важных моментов. Первый момент заключается в том, что был обман. Обман со стороны человека, вашего молодого человека, после чего вы решили ему отомстить. Нужно разобраться с тем, какова субъективная сторона этого обмана. Хотел человек вас обмануть, не хотел, по ошибке он вас обманывал или нет. Был ли его обман случайностью или умышленным действием. Это очень важно. Потому что если человек обманул вас случайно, то уверен, он раскаивался в том, что это сделал. И когда он раскаивался в том, что это сделал, когда и если он раскаивался, он понимал, он отдавал себе отчет в том, что совершил ошибку, тяжелую, непростительную ошибку, но он ее совершил. Такое, к сожалению, бывает. И он, возможно, скорее всего, понял, если он совершил это по ошибке, он понял, что хочет, или хотел бы быть с вами. И когда вы в ответ тоже ему, изменили, да, или даже лучше сказать, не изменили, а отомстили ему. Вы ударили его по самому больному. То есть человек раскаивался, он был слабым, уязвимым, он был, по сути дела, уничтоженным. Я понимаю, что вам было тяжело, но и вы поймите, что началось все с его обмана, и, соответственно, про него я и говорю. Он был уничтожен, а ему было плохо, и вы тут его еще добили тем, что сами ему изменили просто назло. И, конечно, после этого ему невозможно было с вами находиться, потому что он понимал, да, что он ошибся, но он также понимал, что вы не готовы принять его ошибку, а готовы отвечать ему тем же. И это в нем убило чувство, ну или, по крайней мере, дало понять, что вам нельзя доверять, что вы не будете как-то вот стараться отношения именно сохранить. И он, наверное, понял для себя, что вы отношениями дорожите не так сильно, как он думал, раз специально сделали какую-то вещь плохую. И тогда вам, конечно, нужно понимать, что вы вот своим поведением, да, разрушили эти отношения. То есть он сделал половину, обманул вас, причинил вам боль, но вы могли бы не отвечать ему взаимностью, а понять его и постараться найти причины, по которым он вас обманул. Но вы этого не сделали, вы предпочли ему изменить. То есть ответили ему агрессией на агрессию. В итоге это привело к разладу, естественно. Потому что он, по сути, пошел против вас, когда обманул. И вы пошли против него, когда тоже ему изменили. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Сейчас вы не подумайте, чего плохого.
Я просто как бы анализирую ту ситуацию, которая произошла. Значит, если молодой человек обманул официанта и не раскаивался, то тогда изменили вы ему, не изменили вы ему, разницы особой не имеет. Потому что он сделал это по причине того, что хотел. Он хотел так сделать, и он сделал то, что хотел. И ваша реакция его не особо волновала. И то, что сделали вы, когда ему изменили, а вы-то сделали ему назло, но вы думали, что вы сделали ему назло. А в действительности вы мстили только тому человеку, ну или правильнее сказать, образу, тому образу человека, который был только у вас. Потому что именно образ человека, который был у вас в сознании, воспринял бы то, что вы сделали, плохо, негативно, назло. А реальный человек, если он сделал это специально, да, то есть специально вам изменил, специально вас обманул, простите, вы не написали, изменил он вам или нет, а просто обманул. Реальный человек уже давно перестал вас воспринимать как свою женщину, как свою девушку. И с этим нужно смириться в данном случае. То есть принять как факт. То есть в первом случае есть предательство, во втором случае есть просто модель поведения в своих интересах. Все, по сути дела. И если в первом случае молодой человек соглашается с вами, чтобы попробовать вновь пошить вместе, потому что он понимает, что ну вот так сложилось, да, что он сделал по ошибке что-то, вы сделали по ошибке на эмоциях. Можно попробовать отношения восстановить. Попробовал, но не смог. Понимаете, что он-то сделал это по ошибке, а вы сделали специально. И для него вы виноваты больше. Как бы я не говорю, что это так. Но для него вы виноваты больше. И поэтому не смог с вами быть дальше. Если во втором случае, то есть случае, точнее, наверное, я говорю сейчас про первый случай, да, когда человек сделал это, я совсем запутался, я говорю, что человек по ошибке, да, значит, если по ошибке, это второй случай был, а первый случай, когда человек специально вас обманул. Значит, в случае, если человек специально вас обманул, он принял решение попробовать с вами отношения, ну, просто потому, что он ничего не теряет. То есть он ничего не теряет того, что вот, попробует с вами. И можно, что вы сами ему позвонили. Ну, почему бы и нет? Ну, попробовал, ему не понравилось. Опять-таки, это было не в его интересах, и он вас оттолкнул. То есть здесь человек все время действует только в своих интересах. И все. Надеюсь, вы понимаете вот эту разницу. Когда человек изначально действовал и действует в своих интересах, и когда человек руководствуется чувствами, несмотря на то, что причинил вам боль. Теперь дальше. Все это я рассказал для того, чтобы вы лучше понимали, то, что происходит. А сейчас давайте зададим себе один вопрос. Ну вот вы разошлись,
и полгода вы были одна. Почему вы решили ему набрать? Почему вы решили ему позвонить? Ведь он вас обманул. Вы его не простили. Вы даже сами ему назло, тоже сделали больно. Почему вы решили ему позвонить? Потому что в нем была потребность, верно? Ведь даже если человек совершил обман по ошибке, значит, этот обман был чем-то обусловлен. Обусловленность обмана – это в данном случае проявление желания. То есть мужчина чего-то хотел, того, чего с вами он не получал. И он это пытался получить другим способом. Да, этот способ не был идеальным. Да, этот способ причинил вам боль. Это понятно. Но в основе лежали желания человека. И вы, наверное, понимаете, что эти желания у него были. Почему вы не захотели, условно говоря, эти желания человека понять и постараться удовлетворить? Вот в своих желаниях вы уверены. Вы знаете, что у вас эти желания есть, и они вами движут тогда, когда вы хотите, набрали ему, своему молодому человеку. Соответственно, давайте подумаем, какие это желания, что вам нужно от него, от мужчины. Что вы хотите получить от мужчин? Что вы потеряли с его уходом? Вот на эти вопросы вам нужно решить, на эти вопросы вам нужно ответить, прошу прощения. И когда вы на них ответите, когда и если вы на них ответите, вам станет куда более понятно, что вас удерживает с молодым человеком, то есть что вас удерживает от того, чтобы отпустить его и жить дальше. Пока же вы, получается, дальше не живете, а вы нуждаетесь в нем, а это зависимость, я напоминаю. А зависимость – это всегда направленность своих личных потребностей на человека. При этом отсутствует понимание того, что человек в общем и целом совершенно не обязан удовлетворять ваши потребности, и вам их надо бы удовлетворять самостоятельно, чтобы не быть зависимой от него, от молодого человека, то есть. И вот, если вы не будете от него зависеть, то тогда и думать, соответственно, о нем вы и не будете. Вот я думаю, так вам можно ответить на вопрос, на ваш. И таким образом, я полагаю, что сначала вам нужно для себя определить, что же, собственно, произошло с вами, обоими. Может быть, имеет смысл разобраться с психологом,
в том, что произошло. Если вы, например, сами этого не понимаете. Такое, ну, бывает. Вот. Если вы разберетесь для начала вот с тем, что вообще произошло, что вообще случилось, ну, вам будет как раз-таки гораздо легче отдавать себе отсчет в том, как жить дальше и что делать. И если вы все вот это для себя уясните, то задача по удовлетворению потребностей, которые у вас завязаны на молодом человеке, станет вполне ясной, вполне понятной, вполне осязаемой, что немаловажно, а значит и вполне достижимой. И достигнув ее, вы сможете избавиться от мысли о человеке. Ну, параллельно я бы рекомендовал вам активно заниматься собой, активно развивать хобби, активно продвигать свои увлечения, побольше уставать и побольше получать впечатлений. А также по возможности избегать всего того, что связано с этим молодым человеком. Если нужно сделать перестановку в комнате, в квартире, если нужно там как-то еще убрать какие-то вещи, которые напоминают вам о нем. Ну и напротив, чем больше нового у вас будет в жизни, тем быстрее эти новые впечатления и мысли вытолкнут то старое, что связано у вас с молодым человеком. И в конце концов, если молодой человек вас отверг, если он вас обманул, значит, так ли он вами дорожил, а если он вами не дорожил, то стоит ли он того, чтобы за него переживать, и стоит ли он того, чтобы из-за него мучиться и пытаться его вернуть. Я думаю, что если вы любите себя, уважаете, цените себя, то быстро поймете, что он этого не достоин. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!